Она была моей невестой, жениться я на ней хотел. Военкомат прислал повестку, я оглянуться не успел. Меня призвали на 2 года, ай-яй-яй, и дали форму с автоматом. Ай-яй-яй, невеста мне писала каждые 3 дня: любимый мой, я жду тебя, я жду тебя. Good, good, good. Быстро пролетели, я прибыл на родной вокзал. Стоял и парился в шинели, с любимой встречи ожидал. Но подошла ко мне другая, ай-яй-яй, передо мной сестра невесты, ай-яй-яй, и говорит мне: милый, здравствуй, это я. Писала письма и ждала. Она продолжила не смело объяснять, что, мол, любила и жалела, боялась правду написать, что та, которую любил я, ай-яй-яй, погибла в автокатастрофе, ай-яй-яй, и скоро уж 2 года с той поры пройдет, никто ее нам не вернет. И сблизил нас печальный повод, в слезах ее я целовал. Обнявшись, побрели мы в город, что делать я не понимал. А по дороге нам навстречу, ай-яй-яй, с моим братишкой на мопеде, ай-яй-яй, удивлена, но невредима и жива невеста ехала моя. Моей невестой, но я жениться не успел. Что будет дальше, неизвестно, конец я сам бы знать хотел. Она теперь с моим братишкой, ай-яй-яй, а мне сестра ее досталась, ай-яй-яй, понять любовный треугольник я бы рад, но не могу понять. Она теперь с моим братишкой, ай-яй-яй, а мне сестра ее досталась, ай-яй-яй, понять любовный треугольник.